Так, вот машина. Она доехала вот до сюда. Отсюда вышел он и побежал через все кусты срезать. Или он, или она. Вот сейчас я покажу. Видно будет, как она сюда заворачивается, поближе сюда, к забору. И останавливается. Сейчас. Поближе сюда заворачивает. И все. И оттуда сейчас побежит. Вот, и он там остается. И носить будет туда. Так, смотрим. Машина остановилась. Вот тут вот. Вот. И он пошел в кусты. Он или она. Причем с секатором. Вот, идет. Якобы гуляет. Вот камера. Плохо, что плохая камера. И пошло дело. Так, надо включить, как она тут идет. Главное, блин, мешок какой-то складывает. Сука. Смотри. С кепкой, походу. Нет, или это просто капюшон одет на нем? Вот капюшон одетый. Ты посмотри, что делает. Ну, это на продажу. Смотри, по цветам херачит, блин, да. Сука. Не видать, бабу, ему похоже на бабу. На бабу, думаешь, похоже? Да. С секатором херачит. Похоже на бабу. С секатором херачит. Да, с секатором, видишь. А, не, в руки он складывает, блядь. Да еще какие большие, блин, вот все обгрызли. Сволочи, блин. Силу. И сейчас фотографирую эту и покажи, что все обгрызли, маленькую, все обгрызли. Осталась одна палка. А еще смотрит, сука, что бы еще отрезать. Да, вон, набрал. Тварина. Пошел, давай, иди за ним. Мне кажется, это не мужик, это баба, идет баба. Ну, по походке баба, сейчас еще да. Эту нахерачили. Дальше. Да, он здесь фонариком лазил. Пошла. Все, уже ушла. Значит, там уже... Какие-нибудь тянет. Ой, у меня сейчас сядет зарядка. Не надо. Даже вот то, что к дому подходит тоже. Сюда даже из дома выцегнило. Так, сейчас мы стоп сделаем. Надо убрать эту. Тык-тык-тык. Сейчас мы сделаем. Вот. Давай, родная, блин, покажись на весь свет. Подожди, надо, знаешь, что сделать? Надо сделать это. Приклеенного скотчем к стене ушла за 120 тысяч долларов. Арт-объект был съеден, но не забыт. Такое сегодня было утро на радио «Звезда». Новое будет завтра с 7 до 11. То ли баба, то ли мужик. И вон машина стоит. Огни отсвечивают от машины. Вот там, вот. 10:45 в Москве, главная академия НАТО. Соединенные Штаты и их союзники спровоцировали политические и продовольственные кризисы в мире. С таким заявлением... Он червет еще, ненасытная какая. Все оборвали. Он также добавил, что в мире нарастает... Сейчас...